Доброго времени суток. Сегодня мы рассматриваем проект ROV. Проект ROV представляет собой платформу миссии, которая является обеспечением конечных решений для рынка типа e-commerce. Сейчас мы как раз находимся на официальном сайте проекта, где мы видим, что идет public sale, до конца которого осталось 22 дня, и, соответственно, еще есть шанс получить 20% бонус. Как мы видим, soft cap проекта был успешно пройден, уже собрано около половины hard cap проекта. Итак, что это за проект? Платформа выпускает карты для проведения удобных криптовалютных платежей и онлайн оплаты с помощью криптографических денег. Кроме этого, во все время работы предусмотрена унифицированная система вознаграждения. Она строится на блокчейне эфириума, стандарт ERC-20. ROV уже объявил о наличии стратегического партнера. Это партнер называется Credits. Вот его логотип, и можно посетить сайт и как бы понять, что это за партнер, что за компания, и как бы данные факты вселяют уверенность в данный проект ROV. Сегодня проект проводит продажу токенов и как бы доступен бонус на данный момент 20%. А ROV решает сразу несколько проблем криптовалютного рынка. Первое, эта платформа позволяет принимать онлайн платежи с помощью всего лишь одного нажатия кнопки. Проект ROV Touch вместе с PayCard позволяет проводить микроплатежи. Кроме того, разработчики с помощью последних технологий и инноваций создают прозрачную экосистему, что позволит повысить уровень доверия и честности платформе. Площадка ROV – это экосистема, да, которая включает в себя различные модули, такие как ROV Card, Touch и Pay, e-commerce marketplace, ROV Pay Online Payments, Peer-to-Peer, Ethereum Blockchain, ROV Mobile Wallet, Banking System Integration, соответственно, это интеграция с банком, и криптовалютная биржа Exchange ROV. В целом проект очень сильный, очень серьезный, рекомендую ознакомиться с данным проектом. Документация вся на сайте предоставлена. В следующем обзоре мы с вами разберем white paper проекта ROV.